الزوجي أو في العرش في الشرن نعم يا विशेष करके हम लोग ये वर्णन किया था स्वराज्य लक्ष्मी आपका समस्त काम है शरद लक्ष्य आत्मकाम राज्य लक्ष्मी अर्थात सीध राज्य लक्ष्मी श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती है। इस लक्ष्मी के बारे में हम लोगों को बताया था इस संसार में लक्ष्मी उसके धनराशि लक्ष्मी स्वर्गों में जो लक्ष्मी होते हैं स्वर्ग लक्ष्मी का स्वर्ग लक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी जो है वो स्वर्गों में год și rupă sunat în locul de mat și mai putere în tribun Mahareș. Мы с вами слушали о Вайкунтха Лакшми и Сварга Лакшми и Танматри. और इसके ऊपर जो है फिर लक्ष्मी कहा जाता है जिनके द्वारकापुरी धाम में द्वारकापुरी धाम में все они также являются лакшми и изначальной лакшми является Шримати Радика. И мы уже обсуждали с вами вчера Деви Кришна Майи Прабхупада Радика Пара Девата Сарва Лакшми Майи Сарва Пара Канта Самохини Пара. Это шлока как раз таки говорит о том, что изначальной и наивысшей Лакшми является Шримати Радика. Поэтому ее имя Радика, потому что она исполняет все желания Шри Кришны, поэтому ее называют Радика, Радха. Это описано в Шри Чайтанья Чаритамрите. Та, которая исполняет все желания Шри Кришны, и поэтому ее называют Радика. Читая Чаритамрите Кришнадаскараш Госвами, он объясняет каждое слово, и Деви здесь значит та, которая обладает невероятной красотой и сладостью, и она привлекает этим Шри Кришну и исполняет все его желания. Все части тела Шримати Радики, они выступают в качестве удовлетворения Шри Кришны. Все части тела Шримати Радики
это как сцена для игр. Итак, мы вчера уже с вами обсуждали. И почему Шримати Радхика называют Чьяма? Потому что она дарует Чьяма расу, или также ее называют Шрингара расу, Шри Кришна. Чьяма значит Шрингара раса. Чьяма раса значит Шрингара раса. Шримати Радхика, она проявляет Шрингара расу для Шри Кришны, и поэтому ее называют Чьяму. Существует много различных мраджа-гопи, и они не отличны от Шримати Радхики. И Радхарани, она сама производит различные экспансии в виде других гопи, для того, чтобы доставить Шри Кришне еще больше удовольствия. 360 найк описано в священных писаниях. 360 видов героин. И все эти 360 видов героинь, они являются экспансиями Шримати Радхики. И она производит эти экспансии только лишь для того, чтобы доставить наивысшее счастье Шри Кришне. Имя Кришны — Шьям, потому что цвет его тела — Шьям, темный. Но из-за того, что Шримати Радхарани, она исполняет все желания Кришны, ее также называют Шьяму. Кришна, он наслаждается всеми видами рас, поэтому его называют расасвадом. Он всегда наслаждается расой. Да? Также Радхику называют Чьяма, потому что части ее тела, они благоухают, как прекрасный аромат лотоса. Части тела Шримати Радхики, они пахнут, как только что распустившийся лотос. И летом ее тело, оно прохладное, а зимой оно теплое. И когда Шримати Радхика касается стопами земли, есть такие цветы, которые называются Ашока, и они проявляются на земле, когда она наступает на нее. Также из ее рта исходит прекрасный аромат цветов бакула. Mm-hmm.
И это все описывается в шлоке, который Гурдев уже цитировал. И поэтому ее называют Чьяма, одной из иначе матери Дикарани. Во Вриндаване происходит Нарвата Лила. И этот вид Лила, он описывается в этой шлоке. И немножко напоминаю вам, мы так или иначе обсуждали это уже. И вчера мы обсуждали с вами три дхамы Шри Кришны: Дварака, Мадхура и Вриндавана, Галока Вриндавана, Пурна, Пурнатара и Пурнатама. Мы обсуждали с вами количество мадури и айшвари в каждой из этих дхам. Мы говорили, насколько, в какой полноте проявляется мадури в каждой из этих дхам. И также айшвари. Рагунатас Госвами в этой шлоке говорит: что Дваракапури, она более великая, чем Вайкунтха. На Вайкунтхе Кришна, он проявляет свою форму Нараяны и Шримати Радика, предстает там как Лакшми, но Шанта Прадхан Даша. То есть там доминирует Шанта, и второстепенным является Даша. Шанта значит ништха. Шанта является доминирующим там. Но если вы рассмотрите Двараку, то там будет Дасе Прадхан Шанта. Дваракапури вы можете увидеть. Там есть некая особенность. Там у Кришны есть 16108 жен в виде цариц. И у Кришны там есть его сыновья и другие члены семьи. И они воспринимают его просто своим родственником. 16108 цариц. И у каждой из этих жен есть 10 сыновей и одна дочка. И представьте, сколько у них еще внуков. В общем, большая семья. И в Двараке Кришна, он совершает лилу как обычное грехаство. Иногда он шутит и смеется со своими родственниками. Но на Вайкунтхе вы не можете встретить этого. Там нету шуток и смеха. Вы никогда не услышите, что Нараяна, он шутит и смеется с Лакшми. И даже если мы рассмотрим Айодхью, также там нет такого поведения. Потому что Рамачандра, он полностью связан марьядой, правилами. И поэтому мы также никогда не слышали о том, чтобы Рамачандра, он смеялся и шутил с Ситаджи.
Но здесь мы можем видеть то, что Кришна, он шутит и смеется с членами своей семьи. Кришна, он играет с царицами. И Баладева Прабху, он также находится там. Итак, Кришна, он проявляет множество лил в Дваракапуре. И эту даму называют Пурна Дама. Это полная дама. Это Айшварья Прадхан, так или иначе, Айшварья там является доминирующей, а Мадхурья второстепенной. Если вы сравните Вриндаван с Дваракой, то здесь очень четко видно, что во Вриндаване доминирует Мадхурья, а в Двараке Айшварья. Мы вчера уже обсуждали это с вами. Кришна, он шутил с Рукмини, и он сказал: «О, Рукмини, ты такая красивая». «Я не такой красивый, как ты. Ты царица, принцесса, и много царей, они уже готовы жениться на тебе». И он говорил так Рукмини. Таким образом, Кришна, он подшучивает над царицами, и так или иначе мы можем встретить это настроение в Двараке. И как Кришна, он разгневал Сатьябхауму, когда ему нужно было выбрать, кому дать цветок с райских планет. Но на Вайкунтхе вы ничего не можете найти подобного. Но что является более великим, это Мадхура Дхам. Почему? Потому что там также присутствует Ватсалья Бхава. Как Кришна, он проявил свое рождение в тюрьме Камсы. Но если мы возьмем Вриндавана Даму, то там Кришна, он проявляет все свои лилы в полной мере. И эта дама является наивысшей. Сакья, Ватсалья, Мадхурья, Кришна, он наслаждается там этими лилами. Нанда и Ясода служат в Ватсалья Бхаве. Шридам и Субал, они служат ему в Сакья Бхаве, а Гопи, они служат ему в Мадхурья Бхаве. И поэтому наши Ачарья Падры, они показывают нам это и показывают нам преобладание Вриндавана Дамы над другими дамами. Вчера мы уже обсуждали это с вами. И также мы обсуждали с вами Катху о том, как Кришна, он разрушает сомнения в уме Брамы. Ведь Брама, он думал, что он является единственным Брамой, единственным создателем. Я вам рассказывал уже о Браме. Как Брама, как в сердце Брамы проявилась гордость, и он думал, что он является единственным Брамой. И тогда с бесчисленных браман прилетели разные брамы с множеством голов. И также у других полубогов порой возникает это эго, как у Индры и у других полубогов.
И Кришна, он понял Гирирадж Говардан также по одной причине того, что он хотел разрушить эго Индры. Айшвария во Вриндаване. Она также присутствует там. В самой большой степени Айшвария проявляется во Вриндаване, но она покрыта Мадхурией. В Раджавасе, что бы Кришна ни делал, они никогда не верят в то, что Кришна является Бхагаваном. Что бы Кришна ни делал, они никогда не воспринимают его как Бхагавана. Потому что в их сердце есть только одно чувство, что Кришна, он их член семьи, и они воспринимают его как просто как обычного члена семьи. Они не воспринимают его Господом, что бы он ни делал. Брамаджи, он предлагает эти студии таким образом. Посмотрите на удачу Браджаваси. Ахо Багем, Ахо Багем. Нанда Гопа Браджакаса. Браджаваси, они воспринимают Кришну как своего друга или сына, или возлюбленного. У них как обычное взаимоотношение с Кришной, как мы имеем взаимоотношения в этом мире со своими братьями, родителями и так далее. Так же самое в Раджавасе они воспринимают Кришну во Вриндаване. Саки, они также обладают этой привязанностью к Кришне, и они думают, что, в смысле, друзья его, они думают, что ты думаешь, ты сильнее нас. Они как сравнивают свою силу с его силой, сражаясь с ним таким образом. Not like son, like sin. What is this? Мама Исада и Нандабаба воспринимают Кришну как своего сына. Когда ребенок, он совершает какую-то ошибку, тогда родители, они получают его, порой даже наказывая. И так же самое происходит и с мамой Исадой. И Нандабабой, они воспитывают Кришну. Представьте только, что Кришна, он является держателем Ананта-коти Брахманд. И при этом мама Ишода, она с палочкой в руках бежит за Кришной для того, чтобы наказать его. Как от одного, когда опускаются его ресницы, от одного этого мгновения появляется множество брахманд. Нараяна, он питает все брахманды. И по желанию Кришны происходит разрушение, по желанию Кришны возникает создание и поддержание. Твоя ичча мата, моя сидже карана. Дживер. И все происходит по желанию Господа. Дживы, они проявляются
И то есть это создание, оно создается и разрушается, и это все происходит по желанию Шри Кришны, ведь даже листочек не может пошелохнуться без его желания. Ничего не может происходить без желания Господа. На самом деле полубоги, они также совершают любые действия только лишь в соответствии с желаниями Кришны. Какое бы направление вы ни взяли, север, юг, запад или восток, все направления, они действуют в соответствии с желанием Шри Кришны. Но сейчас этот великий Господь, он боится маму Ишода, которая пытается наказать его, гоняясь за ним с палочкой. Кришна, он сам говорит, Брахма и другие полубоги. Когда они предлагают мне веда-мантры, мне не нравится это, но когда гопи, они ругают меня, я чувствую так много счастья в сердце, когда они бронят меня ругательными словами. И, услышав эти слова, Кришна, он очень счастлив. Кришна, он, совершив ошибку, он отправляется в кунджу Шримати Радхики и начинает просить прощения, плача у дверей в кунджу Шримати Радхики. Прабхадананда Сарасвати Пад, Радхараса Суданитхи, он описывает историю Нидьявана. Как Кришна, он, совершив оскорбление, пытается войти в кунджу Шримати Радхарани. Все саки, все гопи, когда они проверяют ман, они закрывают двери в кунджу. И Кришна, он плачет и кланяется, опуская голову к земле снова и снова. Он молится саки. Как же я могу разрушить ман Шримати Радхарани? Все эти лилы проявляются в Вриндаване, мы с вами слышали же о них. Такова наивысшая стадия любви. Мы с вами слышали уже эту харикатху от Дхира Лалита Найки. Навайована. Он всегда юн и свеж. Парихаспату. Он экспертен в речах. Он говорит Раде, о, Раде, о Чандра. И Раде, она проявляет ман, что ты при мне памятуешь Чандравали? Но Кришна, он просто играет со словами. И Кришна говорит, Нет, ты не услышала мои слова. Я сказала Чандранани. Я хотела сказать Чандранани. То есть это значит, что твое лицо, оно подобно луне. Я хотела сказать это, но ты, не дослушав мои слова, подумала, что я говорю о Чандравали. Кришна, он говорит, да я же не закончил слово, я хотела сказать тебе Чандранани.
Но ты, только услышав первую часть слова Чандра, уже остановила меня. Это называется Парихаспаду. Приеси ваши бхута. Это что, третья? А третья, да. What is that? What is that? What meaning? Nishchinta. Nishchintita. Koi chinta nahi rahe. Koi priyashi vashi prakar. Vajraj ho. Nanda Maharaj ki putra hai. Raja ho. To anek prakar ki chinta rahe. Jo rajputra hota hai uske koi chinta nahi. Koi dai dai ki nahi. У царя очень много напряжения в своем уме, но принц, он нищинтата, он никогда не напрягается, поэтому Кришна его также называют нищинтата. То есть Приеси Вашибхута – тот, кто находится под контролем гопи. То есть он находится под контролем Шримати Радхики в особенности. И последнее – это Нишчинта, да? То есть он свободен от каких-либо напряжений. Итак, он находится полностью под контролем Шримати Радхикарани. Итак, мы продвигаемся дальше. Итак, мы переходим к 22-му тексту Бадинарахасия Грандхи. Десятая песня. 16-я часть. 66-я. Шлока. Когда Кришна танцует на головах Кали, змея Кали, Калия, он был уже на грани смерти, и кровь шла из его рта. Калия был настоящим разбойником, и у него не было веры в Кришну, но в момент смерти он памятовал Кришну. Когда кровь шла изо ртов Калии, он думал, кто же эта личность, которая танцует сейчас на моих головах? Это не может быть обычная личность. Мои жены, Нагапатни, они прославляли Шри Кришну. И в то время, когда они делали это, у Кали не было веры в их слова. Итак, когда он был на грани смерти, в это время все жены Кали, они молились перед Кришной. Это называется стути нагапатни, то есть это стути молитвы жен Кали. И они молятся Шри Кришне. О, Кришна, мы не можем понять,
что за садхану в прошлом совершал наш супруг, сейчас, будучи квалифицированным, дотрагивается до твоих стоп. Что же он такого сделал в прошлом, что сейчас он обрел адхикари, квалификацию для того, чтобы ты танцевал на его головах и касался его своими стопами? Ведь пыль, сладостный стоп Господа, она невероятно редка даже для полубогов, таких как Брахма и другие. Они молятся о том, чтобы обрести пыль, сладостный стоп Господа. Брахма, на Варшане, Брахма Парвати, он совершает аскезы для того, чтобы обрести эту пыль. Много различных лил происходило на Брахма Парвати. Что там еще за места? Там есть храм Шриджи. Так или иначе, это место, где Радха и Кришна совершают свои лилы. Это называется Виласа Бхуми Радха и Кришна. Шримати Радхарани, она принимает рождение в дворце в Ришабхаме. И это также называют Парват. То есть только тот дворец, который находится на горе. Много различных лил происходило там. И многие люди, они думают, что Брахма Парват является местом рождения Шримати Радхарани. Но на самом деле место Шримати Радхики, оно находится немножко ниже. Может быть, вы были там? Там есть дворец Киртики. Кира Бхуми. Место лил Радхи и Кришны. Шриджи, он также совершает аскезы в Нандагаоне, в Нандишваре Парвати. Поэтому для того, чтобы получить пыль, сладостный стоп Господа, такие полубоги, как Брахма и Шива, они совершают тяжелые аскезы. И сейчас жены Кали, они молятся и спрашивают Кришну, что же наш супруг, то есть Кали, он сделал в прошлой жизни, что сейчас он стал квалифицирован для того, чтобы ты танцевал на его головах, касаясь его своими лотосными стопами. Хэ Прабху, мы не способны понять, что же он сделал в своей прошлой жизни, что сейчас он получает пыль с твоих лотосных стоп. Ведь эта пыль с твоих стоп, она такая редкая. И для того, чтобы достичь ее, даже Лакшми, она оставляет настроение наслаждения на множество лет. Мы с вами слышали, что в Белване Лакшми Деви, она совершает аскезы. И что за садхана и баджа наш муж Кали совершал в прошлом, что сейчас он стал квалифицированным. Мы хотим знать об этом. Мы хотим знать, что за впечатления отразились в его сердце, что сейчас он стал способным принять пыль с твоих лотосных стоп на свои головы. Существует много различных катхи, пурана катхи. Пурана катха, она очень большая. И в предыдущей жизни Кали, он был царем. И у него всегда болел желудок. Много различных лекарств он принимал, но ему ничего не помогало. И этот царь, он был очень расстроен. И в то время пришел один святой саду, и он сказал, царь сказал: «О, Махарадж, я страдаю от боли в своем желудке». И он сказал:
твой желудок, он пройдет. В твоем саду прилетают два голубя. И если ты схватишь этих голубей и съешь их, тогда боль в твоем желудке, она пройдет. И Раджа, услышав это, он пытался схватить этих голубей, но это было невозможно для него. И что же он сделал? Он принял форму вайшнава, он поставил тилак, одел доти и отправился в сад. И эти два царя, голубя, они, увидев вайшнава, они подлетали ближе, и тогда этот царь, он задумался, наверное, что-то в прошлом я совершил, что сейчас у меня болит желудок. И они сказали: «О, Махарадж, мы можем сказать тебе, как ты можешь избавиться от этой боли в своем желудке. Есть одно дерево в твоем саду». Ты совершил апарадху лотосным стопам одного саду. Там, возле дерева в твоем саду, живет этот саду. В общем, там живет один саду, и если ты примешь чаринамриту всего стоп, тогда ты искупишь свою вину и избавишься от этой апарадхи с прошлой жизни. И тогда он пришел к этому дереву, увидел там какую-то нору, но он не видел там Санта Махатму. Он не был способен увидеть его, потому что там была темная дыра, и было не видно, кто там сидит. Ну и так иначе он предложил пранамы, и он начал молиться Санта Махатме. «О, Санта Махатма! Если я совершил какое-то оскорбление твоим стопам, пожалуйста, дай мне чаринамриту со своих стоп, для того, чтобы я смог избавиться от боли в своем желудке. Пожалуйста, даруй мне даршан своих лотосных стоп». И так он вытащил свою стопу из этой норы. И его стопа была полностью покрыта проказой. Это такая болезнь, когда образуется много язв, гноящихся ран. И он подумал: «Господи, как я смогу выпить чаринамриту с такой гниющей стопы?» Ведь его стопа, она полна проказы. Он подумал: «Может быть, другая стопа получше?» Он говорит: «Махарадж, покажите, пожалуйста, вторую стопу». И когда он вытащил вторую стопу, та была стопа еще хуже. Она просто истекала гноем, там просто кусочки там отваливались из этой стопы гниющие. Это зрелище было просто ужасным. Итак, там были какие-то насекомые даже. Он подумал: «Господи, как я буду это пить?» И вот там кровящие раны, кровоточащие, и он, омыв ее стопу, он посмотрел на это, что там были капельки крови, гноя. Он подумал: «Господи, как я это выпью?» И он просто коснулся и вылил всю эту чернаму себе просто на голову. И Саду сказал: «Мурк, глупец! Ты не принял чаринамриту, ты обманщик». Когда Раджа, он увидел кровь и гной, он не смог выпить это, просто коснулся губ, и остальную чаринамриту он опрыскал себе на голову. Но потом он обратил внимание, что от этой, казалось бы, кровящей и гноящейся жидкости исходил такой прекрасный аромат. И Сада сказал: обманщик, лицемер. И тогда этот Саду, он проклял его.
со своих уст ты говоришь такие красивые слова. О, я оскорбитель, я совершил оскорбление твоим лотосным стопам, мне нужно черенамрита с твоих стоп. Но по сути, что получается? Ты не способен принять даже эту черенамриту. И это склонность к обману и лицемерию. А кто является хитрым и лживым? Это змеи. Я сказал, ты как змея, поэтому убирайся отсюда, и я проклинаю тебя, ты станешь змеей. И царь, он начал предлагать ставы и стути, сожалеть о том, что произошло. И он сказал, о Махарадж, я Бададжива, и из-за того, что мое сознание такое низкое, я не был способным понять, что ты чистый, преданный, и что... Черенамрита стоит стоп, она абсолютно чиста. Но Сада сказала, я не могу уже забрать свои слова обратно, и поэтому ты станешь змеей. Но из-за того, что сейчас ты сокрушаешься об этом, да, Праюг, когда придет Шри Кришна, он коснется твоей головы, и он освободит тебя. И сам Шри Кришна, он поместит свои стопы тебе на голову. И тот же самый царь, Двапара-югу, он становится Калия-нагом, змеем Кали. И тогда начинается Катха, как он сражается с Гарудой и в соответствии с Бхагаватом. И еще Бари-риши. Вот. What about Bari Rishi? You didn't continue. So Bari Rishi what? What? Okay. Гурудев сказал. Говорит, вы уже слышали эту катху, что Бари Риши, Гурудев не продолжил. Так или иначе. Он совершил оскорбление лотосным стопам Санта Махатмы, и поэтому Гурудев немножко вернулся к... Просто пробудил этот вопрос. Гурудев говорит, что эти голуби, они сказали царю, что ты просто совершил оскорбление, и тогда вот он отправился к саду. Итак. И когда он принял черенамриту, хотел принять черенамриту, он не смог сделать этого. И поэтому этот царь стал Калия-нагом, змеем Калии. И затем у него происходит сражение с Гарудаджи. Наверняка вы уже слышали эту катху. Вы наверняка все знаете Калия-даман Лилу. Лилу, как Кришна, он убивает Калия. Освобождает Калию. Итак, один Санта Махатма совершал баджан в лесу. И он сделал маленький кутир. Кути. И так он совершал садхану. Он сделал себе Радха Кунду и Шьяма Кунду. И через некоторое время он подумал, я так долго нахожусь на одном месте, мне нужно отправиться в паломничество. Итак, 10-12 лет прошло. И другой Санта Махатма, он пришел туда и увидел, что там прекрасная баджана кутир. И когда первый Санта Махатма, он вернулся, он увидел, что кто-то уже живет в его баджана кутире. Он сказал, и они начали спорить, где это баджанакутир. Один говорил, что это мой, другой говорил, что это мой баджанакутир. И так они прокляли друг друга. Сап
Так же, как змея, она, допустим, видит какую-то норку, и видит, что там мышь, она убивает ее и занимает это место, и продолжает жить в этой норе. И один Сандамхат сказал, ты так же, как, такой же, как эта змея, поэтому ты, я проклинаю тебя стать этой змеей. И я проклинаю тебя, ты станешь вороной, потому что ты постоянно каркаешь. Итак, одного прокляли стать вороной, а другого прокляли стать змеей. Бхагаван Вишну, он проявился в это время. И он сказал, Санта-Махатма, вы являетесь моими руками, и я хочу дать вам благословение. Ты станешь Кали, а ты станешь как Бушанди. Как Бушанди. В лилах Рамаяна лили. И этот как Бушанди, он становится одним Санта-Махатма, и Калия, он становится другим Санта-Махатма. В Пуранах описывается, на самом деле, так много Харикатхи. Итак, жены Калия, они, возвращаемся к предыдущей катхе, и жены Калия, они молятся Кришне и спрашивают его, что же наш супруг, он сделал такого, что сейчас он получил прикосновение к твоим лотосным стопам, ведь даже Лакшми в Белване, она совершает аскезы, не способная получить пыль с лотосным стоп Кришны. Это невозможно даже для Лакшми, но как Калия, он сделал это. И мы обсудим эту катху завтра. Здесь очень красивое объяснение Харе Кришне.